Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать на канал эпичного оркестра WFL Studio. Меня зовут Третьяков Герман, и сейчас вы смотрите видео о том, как может выглядеть саундтрек к фильму «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда» в WFL Studio. Сразу хочу заметить, что это не финальный результат моей работы, а лишь наброски, так сказать, на быструю руку. Вы сможете заметить, что отсутствуют многие желаемые звуки, например, некоторые оркестровые ударники, тарелки, звуковые шумы, эффекты и так далее. Все это потому, что у меня не было достаточного количества времени, поэтому я вынужден был писать исключительно оркестровую составляющую, то бишь чисто саундтрек. И то не довел эту работу до конца. Но опубликовать на YouTube я это дело решил сейчас в связи с тем, что в ближайшее время я эту тему смог бы залить сюда только минимум через месяц. Ну, в общем, дела. Приятного просмотра!